Окей, дорогие женщины, сейчас мы будем петь очень особую песню. Называется «Нигун». «Нигун» — нет, нет никого. Я думаю, что вы все знаете вот это «Нигун». Но на все всякие случаи мы сейчас будем ее учить. И там слова, они очень простые на русский язык. И там идет «нет, нет никого, кроме Бога одного». И там мы будем петь вот эту песню про канон. Значит, у нас в Муссии будет представитель Астрахани. Я работаю петь час, который Астрахань будет петь. И у нас Шейна Меламед. Будет представитель про Украина, Мариуполь и Чернигов. И она будет петь час, который будет петь из вашего дома. И песню давайте будем учить первую песню на всякий случай. И потом мы начинаем петь все вместе. Нет, нет никого, кроме Бога одного. Окей? Давайте все вместе, да, еще раз. Нет, нет никого, кроме Бога одного. Ай-я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 й
канаву. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это идет два раза, теперь идет ла-ла-ла. Спасибо огромное!